Здравствуйте, вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по образованию Алена Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Алена Игоревна, недавно вы представили такой проект, как «Школа будущего». Что это? Научные разработки или уже готовая модель, которая может быть внедрена в наши средние общеобразовательные школы? Вы знаете, я говорила о том, что уже фактически разработаны и почти уже завершено. Это интересный проект, который сейчас развивает Миноборнауки и привлекал экспертов, различных разработчиков, тех, кому интересна эта тема, с тем, чтобы наши дети уже в ближайшем будущем смогли действительно ходить в современные школы и пользоваться технологичным образованием, получать опыт, практику и знания по-новому, по-интересному. Что это за проект? Это, по сути, перевернутый класс. Это новая инфраструктура и это новые технологии. Что такое? Начнем с инфраструктуры сначала. Да. Начнем. На инфраструктуру школьные здания и прочее совершенствование самой инфраструктуры мы заложили уже в текущем году, в 2016 году, 50 миллиардов рублей. В целом, на 10 лет эта программа рассчитана, и она потребует консолидированного бюджета 3 триллиона рублей. Это колоссального масштаба программа, потому что, конечно, у нас хорошая база зданий и инфраструктуры образовательной, но она, к сожалению, устаревает. Уже нужны новые технологии, уже хочется, чтобы наши дети жили сегодняшним, завтрашним днем, а не в прошлом веке. Поэтому, конечно, необходимо, во-первых, устранять 2-3-сменку, потому что посменно у нас учится около 2 миллионов детей, и в 3 смены почти 18 тысяч детей. Кроме того, есть задача Владимира Путина. Как президента был выпущен указ о достижении вовлеченности детей в дополнительное образование 75%. Проблема заключается в том, что школа полного дня должна быть, и ей сегодня мешает вот 2-3-сменка. Кроме того, туда действительно должны детки приходить в первую смену с утра до обеда, отучиться, получить нужный объем знаний, позаниматься с педагогами. И необходимо, чтобы были доступны кружки разной направленности, чтобы снизить ненужную мобильность детей по городу. И это снизит ненужные проблемы, количество проблем. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это получится. И Чувашская Республика уже сегодня соревнуется даже не за одну школу, а за две школы, чтобы можно было включиться в этот проект. И в этом проекте мы занимаемся вместе с правительством, вместе с вице-премьером Аллой Салаевой. Мы постарались, чтобы Чувашию включили и в базовую часть программы, и в модульную. Угу. В модульную попадают только, как всегда, самые первые лидеры. Самые, да? Лучшие. Да. Самые лучшие. Поэтому здесь сейчас вот Республика борется именно за это. И я, как представитель, стараюсь тоже держать руку на пульсе, постоянно созваниваюсь, чтобы мы удержали здесь позиции, потому что борьба идет нешуточная, условия жесткие и даже где-то неприятные, поэтому нужно здесь отслеживать. Что такое вообще перевернутый класс? Перевернутый класс – это вот что сейчас происходит. Сейчас происходит записывание 12 тысяч часов видеолекций. Здесь педагогов записывают 10-12-минутные видео, где ребенок может дома посмотреть видео, подготовиться, послушать. Непонятно, промотал еще раз, послушал. Какая-то лекция такая. Это, да? Лекция. Вообще, как раз вот для того, чтобы усвоить материал, необходимо около 15 минут прослушать и сделать практическое занятие или индивидуальное домашнее задание. Это можно будет сделать дома. Класс, ребенок приходит, общается, задает вопросы, и более того, это уже будет практикоориентированное занятие. То есть не нужно будет педагогу: Иванов, повернись, Петров, посмотри на меня, я сейчас объясняю, вам это задание, вам это задание. Его просто физически педагога не хватает на то, чтобы уделить индивидуальное количество времени вот ученику. К сожалению, сейчас буквально 20 секунд на каждого ребенка. То есть это типа урок. Самообучение, типа самообразование. То есть ребенок, ученик должен быть очень дисциплинированным, чтобы просмотреть это 10-12... Либо посмотреть вместе с родителем.
Понятно. Потому что я точно знаю, что очень многие родители все-таки контролируют своих детей при выполнении домашнего задания. Либо помогают, ассистируют, то есть еще так. И очень хорошо, что здесь получается, что отпадает необходимость в вечерних школах, отпадает необходимость вообще в заочных отделениях, и потому что вот можно будет просмотреть это и, собственно, усвоить как материал, освежить родителям память. Поэтому оценки как получаем? За дистанционное обучение или за вот на уроках, за практическую работу с учителем? Я думаю, что за практическую работу с учителем и, как всегда, итоговая аттестация, то есть здесь контрольные работы и так далее. Поэтому здесь, я думаю, в том числе и свобода учителю проверять тот материал, который необходимо пройти. Более того, уже есть наработки электронные. Электронная система фактически виртуальная школа. То есть мы в нее заходим, видим, что есть личные кабинеты у каждого ребенка. С родителем, да, родитель тоже может зайти, у него есть персональный код, он может просмотреть, есть линия индивидуальная у ребенка, у каждого может быть отдельное задание по мере усвоения материала, может быть два задания, если ребенок что-то не усвоил, или ребенок может идти вперед. То есть он может фактически идти вперед по индивидуальной траектории, и это означает индивидуальный подход. В таком случае меняется и роль, и подготовка учителя, ведь бесспорно. Учитель должен владеть этими информационными системами, да? Он должен не только владеть, но и применять, раздавать задания, какие-то практические навыки. Вот как будет подготовка? Это же подготовка педагогических вузов должна поменяться. Конечно, и именно поэтому мы защищали наши педагогические вузы от того же Министерства образования, когда у него появилась определенная политика такая, хотя он является учредителем. Конечно, требования высокие. Здесь мы стараемся, чтобы наши педвузы действительно готовили правильных специалистов именно нужных системе, потому что, к сожалению, есть минусы, о которых мы, наверное, сегодня не будем говорить, но сейчас вот готовится и педагогическая концепция, концепция педобразования, и самих педагогов проводят с ними постоянно повышение квалификации, различные семинары, и, к сожалению, пока Миноборнауки не смог обеспечить конкретно вот всех педагогов нужными навыками и так далее, но я уверена, что это будет сделано, потому что это, без этого наша система просто не будет двигаться вперед. И здесь еще очень важный тоже момент, что вот по сравнению с 2005 годом и сегодняшним годом прошло больше 10 лет. И на тот момент у нас было 10% обеспеченности интернетом и электронными различными компьютерами, гаджетами и так далее. Сейчас это уже 90%. К сожалению, пока есть проблемы, то есть еще не все обеспечены. И для того, чтобы опробовать эту систему, понять все ошибки перед ее тотальным внедрением, необходимо выбрать пилотный регион. И поэтому я выступаю, чтобы Чувашская Республика тоже была пилотным регионом. Новая школа, это все замечательно. Ну, надо же переписывать школьные программы, учебники. Зачем их переписывать, если методики есть... преподавания? Методики преподавания, да. То есть мы уже говорили о том, что это работа Министерства федерального образования и работа с педагогами. То есть здесь необходимо учитывать очень многие факторы. Но если бы мы были первопроходцами, но мы не первопроходцы. Уже есть опыт в Австралии, и вот сейчас вот тоже мы одновременно с западными странами, такими как Германия, Франция, тогда мы тоже переходим вот вместе на эту систему, поэтому, конечно, мне кажется, здесь нужно просто не тянуть. Иначе вот просто скажу один момент, что сейчас Рособорнадзор у нас проверяет, да и вообще очень много международных рейтингов, согласно которым наша начальная школа в мире первая, лидирует по качеству подготовки. Вот что происходит, когда наши дети становятся старше, идут дальше. К сожалению, система не сбалансированная, и сейчас в том числе и вузовское, и поствузовское образование, такие как аспирантура, докторантура, будут реформироваться. То есть уже нельзя будет просто без диссертации значит, выпуститься из аспирантуры или поступать туда просто, чтобы закончить аспирантуру, но чтобы не пойти в армию или не защищать диссертацию. Понятно, что, наверное, вот такие подвижки доставляют некоторый дискомфорт. Поэтому сегодня есть одновременно и возможности, и одновременно все-таки есть учет мнения общественного, экспертного, профессионального, куда мы двигаемся. Поэтому двигаться нужно обязательно, несмотря на дискомфорт. То вот вы заметили, что
Вы продвигаете чувашские школы, школы чуваши, для того, чтобы участвовать в пилотном проекте. А есть там хотя бы намеком, какие это могут быть школы, кому готовиться к новой школе, кто может участвовать в этом эксперименте? Нет, пока таких данных нет, и я думаю, что в любом случае это будет определять министр образования. Я думаю, и в первую очередь, наверное, это там будет уже его право, потому что это он городские отвечает или за сельские это. Школы? Я думаю, что это должны быть и городские, и сельские школы, потому что этот проект как раз направлен на выравнивание шансов жизненных и стартовых и для сельских детей, и для городских. Ну, наверное, действительно, новые условия, но новая жизнь требует новую школу с новыми методами, методиками преподавания, с новыми знаниями. И, возможно, в ближайшее время мы действительно увидим этот проект реализованным в жизнь. Я очень надеюсь на это. Спасибо большое, Алена Игоревна. Я напомню, что сегодня у нас в программе «По существу» о новой школе мы говорили с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Комитета по образованию Аленой Аршиновой. До свидания.